Трансформеры. Тайна аннигатора. Астероид доставлен. Вызываю Мегатрона. Ответь, Мегатрон. Доложи готовность. Первая партия руды должна быть доставлена через 2 часа. Будет доставлена, Ковш. Астропоезд, будь готов отправиться на астероид через час в режиме космического шаттла. Нахожусь в полной боевой готовности, Мегатрон. Если эта руда действительно настолько богата энергией, Бархан, тогда мы навсегда забудем о ее нехватке. Космос вызывает базу. Этот астероид излучает мощный поток энергии. Сохраняйте тишину в эфире. Конструктиконы! Я попробую отвлечь конструктиконов от астероида, а ветрорез в это время нападет на них. Сначала мы выясним, что там происходит. Если они добывают там руду, то... Космос, возвращайся туда и добудь достоверную информацию. Хорошо, Оптимус Прайм. Так что же, нам просто сидеть и ждать? Именно так. А сам ты куда? Поговорю с автоботом, который может летать в открытом космосе. С аммигатором? Он у нас такой общительный. Аммигатор, это Прайм! Аммигатор! Твой голос услышан. Десептиконы притащили какой-то астероид на орбиту. Нужна твоя помощь. Разговор преждевременный. Потревожен напрасно. Возможно, астероид — новый источник топлива для Мегатрона. Конструктиконы копают там. Конструктиконы — враги. Врагам смерть. Это военная операция, а не вендетта, Омега. Результат... один. Что произошло между тобой и конструктиконами, Омега? Вопрос лишний. Ответ личный. Я хочу это знать. Приказ получен, буду говорить. Ты можешь говорить, как нормальный автобот? Хорошо, в этот раз я буду говорить, как я говорил на Кибертроне. Омегатор, ты в превосходной форме и можешь продолжать свою службу. А теперь ты свободен! Город ждет тебя! Точно! Десептиконы постоянно устраивают пакости. Спасибо, док. Ты был одним из роботов-охранников? Да, я тогда защищал Кристальный город. Я его помню. Самый красивый город на Кибертроне. Обожаю это место. Конструктиконы тоже были там? Да, мы были друзьями. Они построили Кристальный город. Аннигатор, рад снова видеть тебя. Мы давно не виделись. Зачем вы здесь? Работаем. У северной стены нужно фундамент подлатать. Тогда не буду задерживать. Чепуха! Мы так давно не виделись. Чем ты занимаешься? Мегатрон придумал новую машину. Я помню. Робо-укротитель.
Он его использовал для пополнения рядов десептиконов. Это устройство перепрограммировало роботов для службы Мегатрону. Приказывай, Мегатрон. Я существую, чтобы служить тебе. Я исполню любой твой приказ. Знаю, что исполнишь. Конструктиконы создали много прекрасных городов. Но когда над ними поработает мой робоукротитель, они будут только разрушать. Нам пора идти, друг мой. И мне пора дежурить. Дальнейшее долгое время оставалось для меня неизвестным. Мы пришли. Начнем с внутренней стены. Открывайся! Открывайся же, глупая тварь! Мегатрон! Помогите! Амигатор! Что? В чем дело? Десептиконы напали на нашу столицу! Ты нужен! Но я не могу оставить свой пост. Мы будем охранять кристальный город. Поспеши же, им нужна помощь. Уже бегу. Конструктиконы, приступаем к работе. Я понял, атаки не было. Боже правый, они же не могли мне соврать. Хотя... О, нет. 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 The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Значит, конструктиконы предали тебя, Амигатор, и разрушили кристальный город. Но этим дело не кончилось. Нет! Это Омега! Бежим! Мои друзья! Мой город! Все погибло. Это Мегатрон. Я должен спасти друзей, а потом я отомщу Мегатрону. Я долго искал их. Я должен поторопиться. Назад! Это ловушка! Не рыпайся! Это для твоей же пользы. Я перепрограммирую вас заново, и вы вернетесь к прежней жизни. Я пришел в себя. Возвращаемся домой. Возможно, нам удастся возродить кристальный город. Робоукротитель? Осторожно, я не хочу, чтобы вы снова попались. Потом я узнал... Знаю. Программу, вложенную Мегатроном, невозможно переделать. Но это еще не все. Мегатрон придал им новый образ. Разрушитель. Не рыпайся! Это для твоей же пользы, Амигатор. Хе-хе-хе-хе. Thank you.
Уходим отсюда! Мегатрон проиграл. Я выжил, но изменился. С тех пор я ненавижу всех конструктиконов. К сожалению, они успели сбежать. Ты преследовал их? Я преследовал их миллионы лет, бороздя галактики. А потом ты узнал, что они вновь присоединились к Мегатрону здесь, на Земле. Я сожалею, что я опоздал. Оставайся здесь и ничего не предпринимай, пока я тебе не прикажу. Ты понял? Приказ понятен. За работу! Мы должны добывать руду! Это мой шанс! Опа. Тебе нужна была информация? Вот, молодец, Космос! Они уже заканчивали загружать астропоезд? Нет? Тогда еще не поздно. Возвращайся туда и проследи за ним на пути к Земле. Опять? Необработанная руда бесполезна. Я хочу знать, где они ее перерабатывают. Если ты настаиваешь. Микроскоп. Мне нужен спектрографический анализ этой руды. Конечно, Прай. Эта руда весьма богата энергией. Происхождение руды неизвестно. Продолжаю анализ. Ну, теперь-то мы наверняка знаем, что они задумали. Прайм вызывает Омегатора. Вызов принят. Я хочу, чтобы ты вышиб конструктиконов с астероида и увел его в открытый космос. Месть наступит. Готовность высокая. Возмездие грядет. Внимание, Оптимус Прайм! Я завершил анализ руды, и данные показывают, что она имеет органическую природу. Ты хочешь сказать, что этот астероид живой? Вот именно! О, нет! Шевелитесь! Скоро вернется астропоезд! Мы должны подготовить вторую партию! Ой! Это же старина Омегатор! Куда он делся? Прайм вызывает Омегатора. Отвечай, отвечай! Омегатор, новый приказ. Вышвырни оттуда конструктиконов, но ни в коем случае не трогай астероид. Ты меня слышишь? Да что с ним, черт возьми! О, мой старый друг! Как жаль, что робоукротитель недостаточно поработал над тобой, и что он не прикончил тебя! Из тебя мог бы получиться отличный раб! Только посмотрите, сколько энергии мы сможем получить из этой руды! Это поможет разделить ее на составные элементы! Что? Смерть неминуема. Возмездие пришло. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Ну, ты даже не хочешь попытаться остановить этого зверя, прежде чем он сожрет твою драгоценную землю? Созданию жизнь, тебе смерть.
Завод десептиконов расположен недалеко от горы Маккензи. Отлично. Тревога, тревога, организм уже вылупился. Вылупился? Ты хочешь сказать, что этот астероид — яйцо? Вот именно. Это существо направляется к Земле. Предполагаемое место приземления — западное побережье США. Сан-Франциско. Автоботы, за дело! Внимание, Оптимус Прайм! В чем дело? Анализ показывает, что это существо невозможно остановить без помощи аммигатора, потому что этот астероид, из которого оно вылупилось, является его пищей. Оно нападает, потому что голодно. Мы должны загнать его на астероид. На это способен только аммигатор. Вот оно! Вперед! Вперед! Чтоб ты подавился! Убирайся из Сан-Франциско вон! Улетай! Может быть, это поможет? Паршиво ты стреляешь! Вот черт! Лучшее, что мы можем, это не позволить ему приземлиться на улицах. Сколько времени ему потребуется, чтобы съесть Сан-Франциско? Что, если нам попробовать разделиться? Тогда он переловит нас по одному. Тогда нам поможет только слияние. Готовность боевая. Уничтожение полное. Возмездие пришло. Стой! Послушай меня. Только ты можешь спасти Землю от этой твари. Она питается этим астероидом. Ты должен увести астероид от Земли. Ты слышал? Уходим! Они убегают. Это гораздо важнее, чем твоя месть. Прайм, уходи! Из-за тебя вылупилась эта тварь, это ты виноват! История повторяется, Омега. Повторяется здесь, на Земле. Сан-Франциско может быть разрушен! Неужели ты это снова допустишь из-за какой-то бесполезной мести? Причина действий изменилась. А, значит, этот астероид — его кормушка. Ковш, сколько нужно времени, чтобы переделать этот генератор в бластер дальнего действия? Всего несколько минут. Займись этим! Я взорву этот астероид в открытом космосе и с удовольствием посмотрю, как эта тварь устроит на Земле хаос. Полегче, парень. Не забывай, мы все живем в одной вселенной. Эта тварь размажет нас по тротуарам. Я уничтожу кормушку этой твари, а заодно разделаюсь с аммигатором.
Мегатрон. Я так и знал, что ты что-нибудь предпримешь. Уничтожьте его! У меня есть идея получше. Спасайте свои шкуры. Мы все благодарны тебе, Омега. Ты спас город. Раньше проигнорировал, теперь исполнил. Ты был великолепен. Комплимент приятен. Я знаю, то, что натворили конструктиконы на Кибертроне, изменило тебя, испортило характер. Но, может быть, когда-нибудь ты поймешь, что в жизни есть кое-что поважнее мести. Информацию усвоил. The Transformers will return after these messages. Перевод Кирилла Болотова, инженеры видеомонтажа Игорь Кириллец и Александр Зуев, звукорежиссер Михаил Киоппе, текст читали Галина Крестенская, Михаил Черняк и Вадим Гущин.